Когда на город опускаются сумерки и на улицах загораются фонари, в Парке Победы освещается выставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета». В темное время суток ее экспонаты, а это более 200 кадров, снятых самарскими пилотами-фотографами, выглядят иначе, говорят ночные посетители. Мы с супругой днем ее смотрели. Было и так красиво. Сейчас с освещением вообще замечательно, ярко. Цвета играют на изображениях красиво. Ярко, интересно, необычно для города и для молодежи, да и любого возраста полезно. Мне выставка очень нравится. И мне нравится то, что можно и вечером посмотреть. Вот внуков проведала, и я отдыхаю душой. Я здесь много нового узнала, интересного. И посмотрела то, что не видела. Например, Казань никогда не была там. Посмотреть поздним вечером на снимки Волги во всем ее великолепии – прекрасный способ отдохнуть после рабочих будней или завершить день выходной. Такая возможность у тольяттинцев будет еще почти месяц. Выставку продлили до 30 сентября. То, что продлили, очень рада, потому что интересное место для прогулок всей семьей. То, что подсветка, это очень красиво. Я как фотограф, меня это как раз-таки перспектива очень привлекла. Масштабы восхищают того, что какая у нас природа, какая она живописная, какая она красивая, какая она могучая, какие у нас облака, какие у нас земли. Понравилось очень, все даже фотографии. Почему? Потому что они очень красивые, и там много всего интересного. Напомним, выставка в Парке Победы открылась 4 августа. В этот день в город приезжали ее авторы – Андрей Востров и Валерий Безрученко. Они рассказали, что, будучи пилотами, неизменно восторгались пейзажами родной земли с высоты и хотели поделиться впечатлениями с близкими людьми. Но передать красоту словами непросто, и друзья начали фотографировать. Мы, когда накопили достаточное количество фотографий и когда поняли, что этим уже не стыдно со всеми поделиться, мы потихонечку начали готовить такую вот выставку. И интересно было, если делать выставку о Волге, то делать уж ее целиком, то есть где Волга рождается и как Волга впадает. Чтобы запечатлеть недостающие фрагменты русла реки от Валдайской возвышенности до Каспийского моря, ушло 3,5 года. Пилоты пролетели 60 тысяч километров над 15 регионами страны. Организаторы выставки «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета» – правительство Самарской области и ТРК «Губерния». Это подарок жителям 63-го региона в честь десятилетия телерадиокомпании.